Еврокомиссия скоро объявит о готовности Украины перейти ко второму этапу выполнения плана по либерализации визового режима. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле. Очень скоро мы проконсультируем государства-члены о том, что мы продвигаемся от первой стадии плана действий ко второй. Я надеюсь, что украинские власти не упустят существующие возможности, чтобы выполнить второй этап за короткий промежуток времени, сказал он. По его словам, первая фаза плана действий – это принятие необходимого законодательства, вторая – его имплантация.